Лариса – прихожанка православной церкви. Много лет большие ступени храмов для девушки были настоящим препятствием. Преодолеть их верующей было нелегко. Теперь в храме Николая Чудотворца проблема посещения богослужений осталась в прошлом, поскольку в любое время здесь можно воспользоваться специальным подъемником. Такое я первый раз вижу. Вот я и на Западе была, ни разу не видела. И у нас по Уссурийску, и в Владивостоке. Но для меня это в первый раз видимость. Специальный подъемник для маломобильных граждан – это результат общих усилий сотрудников храма и неравнодушных уссурийцев. Создать комфортные условия для всех прихожан – такую задачу приходская община решает системно. Озарились идеей мы сделать доступную среду для инвалидов на территории храма уже давно. Это порядка года 4 мы с этим боролись. Постепенно поставили ограждение на крыльце храма. И, соответственно, очень долго создавали, продумывали проект подъемника. И в конечном итоге нашли его на одном из сайтов завода, который занимается сертифицированным выпуском такой техники. Деньги на подъемник собирали всем миром. Помогла и администрация Уссурийска. Установщики отметили надежность аппарата и простоту в эксплуатации. Инструкция пользования подъемником довольно-таки простая. Никаких определенных знаний не нужно иметь. Все согласно табличке, которая есть на подъемнике. Сотрудники храма всегда готовы оказать помощь маломобильным прихожанам в использовании подъемника. Кнопка вызова находится рядом с устройством. Теперь и Лариса Пенкина без трудностей попадет на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, который верующие отметят в ближайшее время. Евгений Михайлов, Игорь Антонов, Телемикс.